Дорогие подписчики, всем здравствуйте! Сегодня у нас будет особенный выпуск по открытию сундуков. Я сделаю очень крутое доброе дело, как минимум для этого человека, на аккаунте которого я нахожусь. И вообще такое будет у меня выходить периодически. Значит, смотрите, я постоянно вижу такие сообщения из разряда «Холдик, я вот играю давно, но мне ничего не падает, что делать? Помоги, спаси, умоляю, задонь!» В самом деле я не люблю таких попрошаек, мне прям очень бесит, когда так много людей все просят и требуют от меня и не понимают того, что, ну, их много, я не могу всем задонатить, поймите, не могу, вас слишком много, ну, это невозможно, нереально, вообще нереально, но я для этого делаю разные встречные вам ходы, разные конкурсы, розыгрыши, много вам предоставляю возможностей поучаствовать в разных акциях, которые вы можете заполучить совершенно бесплатно. И вот данный подписчик попал совершенно рандомно, случайно ко мне в видос, и это самый невезучий, мать его, аккаунт в мире. Вот кому сейчас там, вот напишите, у кого сейчас плохая ситуация с выпадением легендарок, эпических там бойцов, мифических бойцов, напишите сейчас, сколько у вас кубков. И сколько у вас бравлеров неоткрытых? И каких? Написали? А теперь, дорогие друзья, посмотрите на количество кубков данного персонажа. Никнейм анимешка. 1, 2, 3. Если бы вот вместо двойки была четверка, было бы вообще супер. 1, 2, 3, 4, 5 было бы. Вообще было бы круто. Короче, 12 тысяч кубков у парня. И внимание, у него 20 из 27 бойцов. Ребят, представляете, у него нету эпических, мифических и легендарных бойцов. Не верите? Чекайте. Вы понимаете? Он играет с самого релиза, он не донатил сюда, он много боксов открывал, но ему не выпало ни одна легендарка, ни один, мать его, мифик. И всего лишь два эпика у него, и которые уже один на 700, второй на 600. Парень уже не знает, кого апать, он уже всех проапал на 600-700 кубков. Бедолага просто, реально. Ну как так, разработчики? Ну блин, ну мифического ему дайте бойца хотя бы. Ну понятно, что лего, ну не так часто падает. Ну твою мать, ни одной леги, ни одного мифика, ни одного эпика. Ой, одного эпика нету. Короче, я могу считать этот аккаунт официально самым невезучим. Возможно, сейчас есть какие-то подобные аккаунты, мне сразу напишут после этого видоса. Но на данный момент мне много людей писало, но этот пока бьет все рекорды. 12 кубков, 7 бойцов неоткрытых, 7! Охренеть просто, охренеть. Короче, я хочу этого человека, хочу ему сделать приятно. Я сейчас открою все боксы. Я постараюсь ему выбить вот своей, с помощью нашей армии, с помощью нашего везения, когда вы подписываетесь, ставите лайки Легу. Но если это не поможет, я сделаю еще кое-что. Смотрите ролик до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал, если ты хочешь себе на аккаунт Легу. Подпишись на мой инстаграм, ссылка на который будет в описании. Обязательно подписывайся, потому что этим самым счастливым подписчикам, который попадет ко мне в ролик, которому я задоначу, или даже не попадет в ролик, но я ему задоначу, скину деньги на донат, можешь стать ты, если будешь подписан на инстаграм. Все конкурсы, все акции проходят через инстаграм. Но только брат, братишка, маленький мой или взрослый, я тебя прошу, не надо под каждой фотографией спамить, я участвую, задонать. Умоляю, воздержись, воздержись. Придет время, придет, задоначу, либо выпадет тебе. Я делаю конкурсы, делаю акции в определенные дни, для этого определенные условия. Не надо мне везде спамить теперь в личку, я тоже несчастный, я тоже бедолага, вообще у меня все плохо, задонать. Все будет, но только не надо вот мне теперь везде бомбить. Подпишись на канал, подпишись на инстаграм, поставь лайк, и все случится. Все будет, все у тебя будет, главное верь. Ребят, рекламная пауза и начинаем открытие. Я ему сегодня обещаю как минимум выбить Легу. Я постараюсь сдержать обещание. Смотрите до конца ролик, будет пушка, я вам отвечаю. Погнали. Итак, дорогие друзья, у него на аккаунте 240 боксов, обычных 17 больших. Есть, значит, мега ящички. Короче, сейчас будем все это дело открывать. У него вот такой вот шанс на Легу, ну вот вы все сами видите. Дорогие подписчики, вот серьезно. Я начинаю открытие, но вот с этого момента я от вас многого не прошу. Вот если ты не был подписан, горит красная кнопочка на ютубе, сделай ее серой, просто подпишись на нее. Ой, нажми на нее. И все, сделай это. Если хочешь, чтобы тебе выпало лего, и сегодня этому парню выпало лего. Я приложу от себя тоже некоторые усилия, от вас всего лишь поддержка, лайк, подписка. А с меня, конечно же, немножечко другое, немножко больше, чем магия, да? Немножко более реальные вещи. Но я надеюсь, что с этих сундуков мы как минимум что-то интересное выбьем. Ребятки, я
реально очень на вашу поддержку надеюсь. И вы знаете, что как только кто-то подписывается, как только ставите лайки, я вот с открытием сундуков только в это верю. Вот главное в это верить, и это происходит. По-любому, вот сейчас еще не все подписались, поэтому еще не падает нам ничего редкого, но это все вопрос времени. Пока какой-то Миша или Паша подпишется, это, блин... Блин, я не понимаю, конечно, как у разработчиков так все устроено, что, блин, человек играет сколько уже времени, и так занижать процент выпадения редких бойцов. Зато за донат ты можешь получить вообще на изи 300 гемов, лего твоя. Всего лишь 300 гемов, это сколько? Это 20 долларов. Это мало для леги, это очень мало. Ну, то есть, много кто может себе позволить такую сумму, чтобы купить легендарку. Да сделайте вы ее выше, чтобы, блин, ну... Не знаю. Мне кажется, она слишком дешево стоит за донат, и слишком сложно ее выбить без доната. Вот прям какие-то крайности, ребята. Ну, ничего, мы с вами эту систему сломаем. Я уже, на самом деле, многим своим подписчикам донатил на леги. Я не знаю, на пальцах, наверное, ну, вот не хватит пальца на руке. Подписчикам, которым я уже реально покупал акции, леги. Одному подписчику недавних роликов я задонатил 500 долларов, ребят. 500 долларов ради одной легендарки. Блин, не знаю, мне приятно. Я рад, что тот человек очень был рад, что я это сделал. Конечно, деньги не маленькие. И, кстати, сегодня вот этот подписчик, он второй, который от меня получит сегодня бонус. Но вы об этом узнаете в конце ролика. Обязательно смотрите до конца. Потому что самое интересное будет в конце, ребята. Я обязательно ему должен вытащить легу. Только вот, знаете, вот что? Вот мы уже открыли боксов 30 или 40. А нам еще абсолютно ничего не выпало. А парень-то играет почти целый год. Ну, меньше. Ну, я сказал почти. И ему еще ни эпик, ни мифик, ни лего, ну, два эпика выпало, два. Ну, вы считаете, это много? 12 тысяч кубков у парня. Да вы ему хотя бы за то, что он классно играет, там, я не знаю, шанс подкрутить. Это я разработчикам говорю. Ну, понятно, это все детский сад, такие фразы бросать в плане, он хорошо играет, дайте ему выше шанс. Я так, я шучу, на самом деле. Ну, серьезно. Просто, ну, ладно. Я думаю, что сегодня холдик ему выбьет как минимум мифика и легу. Ну, надо это сделать. Нам сейчас надо выбить Биби, которая нам мешает реально на выпадение легу. Хотя, представляете, сейчас выпадет первым лего, а не эпик. Вот вам обязательно надо до того момента подписаться. Кто успеет подписаться до того момента, когда выпадет лего, это прям гениальный, просто гениальнейший этот способ выбить легендарку. Ну, блин, мне повезло. Почему вам не повезет? Повезет и вам. Только я надеюсь, что на данный момент вы точно подписаны, чтобы лего выпало до того, когда я начну сюда вливать кэш. Потому что в конце ролика, ребята, я задоначу на этот аккаунт. И я хочу ему выбить легендарку. Очень сильно хочу. Понятное дело, что я всех бойцов ему не смогу достать. Ну, просто с таким конченным рандомом это невозможно. Это я не знаю, сколько надо. Но это может больше 1000 долларов понадобиться. Я хз. И то, может даже, ну, реально, ты можешь даже не всех бойцов выбить. Я, кстати, на свой аккаунт потратил меньше. Но тут, знаете, в Brawl Stars можно реально за минимальный донат прокачаться и выбить лиги, если правильно донатить. А правильно донатить, это я имею в виду покупать именно акции с легами, покупать билетики за, ну, чтобы играть в роборубки. Это гораздо экономнее, нежели просто задонить и открывать мега ящики и большие ящики. То есть прокачаться, реально выбить всех персов можно, не задорого. Но если хочешь срочно, вот сейчас, не хочу ждать завтра, а именно сейчас, тогда готов кэш. Серьезно, и не маленький кэш готовить приходится порой. И до сих пор нам ничего не выпало, ребят. Но это все из-за того, что кто-то ж сидит, блин. И вот ему лень подписаться и поставить лайк. Он просто ему впадлу. Серега, ну проверь подписку, проверь подписку. Ну проверьте подписку, ну правда, ну серьезно, ну... Бля, ну если бы все подписались сейчас, ну это инфосотка лего, просто вот сделайте. Вот сейчас я чувствую, уже двинется волна фарта. Так, что у нас, 130 боксов осталось, вы представляете, мы 100 боксов открыли. Ха, а вы
Я только сейчас додумался до того, что я сейчас открываю на самом невезучем аккаунте в мире сундуки и хочу что-то выбить. На самом невезучем хочу что-то выбить. По-моему, я где-то просчитался, нет? Самый невезучий аккаунт, хочу выбить Легу. Серьезно? Ты серьезно? Ну я должен сломать этот стереотип по невезению, и чтобы просто в него сейчас фарт понесется нереальный. Я очень на это рассчитываю. Ну я очень рассчитываю еще и на вашу поддержку. Давайте ускоряться. Хотя сундуков не так много осталось. Капец. Я в шоке, реально, мы открыли уже 100 сундуков. Ни хера не падает, даже эпик, представляете? Серьезно. Да ну нах, вот это я представляю, как жить с этим. Как с этим жить? Я в шоке. Ну я надеюсь, мегаящики спасут нас. Дорогие подписчики, сейчас уже будет падать новый бравлер. Готовьтесь подписываться. Кто успеет подписаться, тому повезет. Однозначно. Давай, 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 успей. Быстрее, давай, сейчас выпадет же. Ну сейчас. Вот, следующий. Сейчас, вот, смотри. Оп. Так, а ну. 69 боксов. Все, это магическая цифра. На! Первый же боец. Мифик. Наконец-то, это первый мифик на его аккаунте. Первый. Просто представляете, за больше чем полгода, меньше чем год. Прикольно сказал. Он выбил только первого мифика. Первого только. И это Мортис. Такой себе персонаж. Ну, надеюсь, что ему он зайдет. Так, едем дальше, поехали. Капец, блин. Я в шоке, я не верю. Блин, у него первый мифик. Вот этот чел, наверное, будет в шоке. Он сколько играет? Он уже всех персов на 600-700 поднял, и тут бац, новый бравлер. Но рано радоваться. Еще рано радоваться, пацаны. Все будет дальше, все будет дальше. Дальше будет гораздо лучше. Это разогревчик. Это только разогревчик. Холдик настроен очень серьезно помочь подписчику. И я ему хочу выбить Легу. Я прям хочу реально... Ну, я не увижу радость на его лице. Я надеюсь, он будет рад. Я не знаю, просто... Люди по-разному реагируют на игровые ценности. Кто-то прям с ума сходит, кому-то, ну окей, это же игра, ну есть Лега и нету, типа, и нормально с этим живу. А кто-то сходит с ума от того, что у него Леги нет. Ну то есть, понимаете, тут хрен знает. Но я надеюсь, что ему как минимум будет приятно. Так, 6 ящичков осталось у нас. Фух, жесть. Капец, и всего лишь один мифик только выпал. Представляете, не эпик, а мифик. Итак, смотрим. Ха, капец. Капец, еще сколько мификов. Давайте посмотрим шанс на легендарку. Кстати, шанс на легендарку был больше до того, когда выпал мифик. Да, блин. Ну, короче, что у меня тут в магазине? Оу, сейчас мы это все будем покупать. Итак, 17 бигбоксов, погнали. Вот сейчас, ребята, будет жара. Вот сейчас можете подписываться. Вот если у тебя сейчас нету легендарки, и ты успеешь подписаться до ее выпадения. На! Мифик! Еще один мифик, прикол. Это даже, ну блин, не эпик падает. Представляете, мифики падают. Второй мифический бравлер. Это джин, а вот джин очень сасный. Вот лично я обожаю джина. Осталась Тара из мификов. Замечательно, плюс 2 бойца. Это, блин, это плюс 1200 кубков для него. Ха, круто. Ну что ж, продолжаем. Это еще не конец. Это еще не конец, ребятки. Это только начало. Вот самое главное, прямо сейчас подписаться. Подписался, выпал Олега. Поставил лайк, выпал мифический боец. Прочитал комментарий, выпало $100. Посмотрел ролик, живешь вечно. Эти комментарии я буду банить. Байтить могу только я. Я постоянно в первые секунды, когда... видос смотрю, я штук 10 таких комментариев просто баню. Просто трэш. Так. На! Эпик! Все, отлично, у него все эпики уже есть. Классно. Так, итого осталось выбить 4 бравлера. И какая-то из них будет Лего. Классно. Осталось 3 больших ящичка. Ребята, мы приближаемся к цели. Я как минимум должен одну легендарку выбить. Я просто хочу это сделать. Я серьезно, мы с ним не договаривались, что он мне дает аккаунт, и я ему точно выбиваю Легу. Мы не договаривались. Он просто говорит, вот такая вот ситуация, вот мне не везет. Хочешь снять про это ролик?
Пацан, говорю, я тебе не только ролик запишу, или, я не знаю, мужчина, может, не только ролик запишу, а еще и подарок тебе сделаю. Мегаящики, понеслась, пацаны. Итак, 5 предметов. Ребята, я вот не понимаю, вот неужели вам трудно подписаться на канал? Неужели вам трудно подписаться на этот гребаный канал, чтобы выпал еще один боец новый? Желательно, конечно, не Тара, желательно что-то легендарное. Смотрите, я вам даю время, я сейчас открываю этот мегаящик, если ты сейчас успеешь подписаться, тут будет 6 предметов. Считаю до 3. Раз, два, три. Опа, блин, ну 3 секунд мало, да, я так понял? Ладно, дальше едем. 50 монеток. Пу-пу-пу-пу-пум. Давайте на Джина. Так, есть. Ящичок, чпок-чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. О, за 10к, за 10к. Ну, слушайте, тут должно быть 6 предметов. Обязано. Да твою ж медь, а. Ну, как так-то? Ну, как так-то? Ну, скажите мне. Забираем. Еще ж будет, да? Еще ж есть? Да, еще один мегаящик. Ребята, это последний мегаящик в ленте. Пожалуйста. Пожалуйста. 6 бойцов должно быть. Поехали. Ить! Да твою ж. Что у нас? Все, да? Ну, это все... Это все то, что он выбил. То, что он бесплатно получил. А теперь Холдик подрубает свои магические способности и начинает просто врываться. Поехали. Face ID. Камера, распознавай меня. Поехали. 250 гемов, 4 мегаящика. Понеслась! Блин, опять 5 бойцов. Пацаны, срочно 6-й боец нужен. Так. Давай, еще один ящик. Пожалуйста, 6. Ух ты ж, блин. Еще один мегаящик. Давай, оп. Ну почему так? Еще один мегаящик. Давай, ить. Да, ля. Что, все, это 4-й был? Блин, но у нас гемов, смотрите, 470. Это еще не все. Ребята, еще не все. Это на самом деле еще только начало, вот серьезно. Поехали. Да опять 5, да ты рофли что ли. Так, я вот думаю, мега ящики или большие? Давайте большие немножко. Оп-оп-оп. Ага, что-то не очень. Давайте мега ящики. 6 предметов. Да твою ж. Сколько? Ага, еще 6 предметов. На, мы выбьем Легу, я чувствую, мы Легу выбьем. Так. Так. Та-та ты посмотри, ты что творишь? Так, что у нас там? 150 гемов. Блин, нам 10 гемов не хватит. Ладно, сейчас. Тыц, тыц, тыц. Сейчас докупим, 10 гемов докупим. Сколько у нас получается? 75? Давайте, знаете, как сделаем? Немножечко больше, чем 10 гемов докупим. Еще потратим чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще немножечко. Совсем чуть-чуть. И это еще не все. Это еще не все, ребят. Это еще не все. Сейчас самое интересное вы сейчас увидите. Сейчас будет. Сейчас будет, пойдут леги. Да ты гляну. Уже немножко раздражает такая ситуация. Пожалуйста. Лего. Последний мегаящик. Последний мегаящик. И в нем легендарка лежит. Я уже вижу. Смотрите. Печаль, беда. Слушайте, мы с вами тут что собрались? Выбивать мифики да эпики? Нет. Мы здесь с вами собрались выбивать легендарных бойцов. Но чтобы их выбить, надо немножко подключить магии. Итак, что же Холодик ему донатит? Да нет, это не все. Это не все. Погодите. Не спешите. Погодите. Что еще? Ха-ха, ваш способ оплаты отклонен. Лол, не хватило денег. Лол. Чуть-чуть, кстати, не хватило. Не хватило там... чуть-чуть. Не хватило там, по-моему, $10. Это из-за того, что я не подрасчитал, я же акции донатил. Короче, дорогие друзья, в следующем ролике я открываю на этом аккаунте на 4000 гемов сундуки. Вы обязаны прийти посмотреть. Когда выйдет этот ролик?
А выйдет этот ролик сразу? Сразу же выйдет. Не буду завтра, послезавтра. Вот сразу же, но только это зависит от вас. Сразу же после того, когда данный видос соберет 30 тысяч лайков. 30 тысяч. Видосы собирают просто по 100, по 200 тысяч, а мне надо 30 тысяч лайков. И сразу же выходит вторая серия, где я открываю на этом аккаунте, внимание, на 4 тысячи. Я сейчас докину деньжат, я сейчас выведу еще деньги, и я ему задоначу еще 2000 гемов. Но это уже в следующем ролике. И вы увидите открытие на 4000 гемов. С шансом на выпадение леги, ребята. С шансом на выпадение леги. Сейчас я вам покажу шанс. С шансом на выпадение леги... О, 0.13. Я не знаю, выбьем мы или не выбьем, но я постараюсь. Я постараюсь это сделать. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующий видос. Он может выйти сразу, через 30 минут, через 20, через 10. Все зависит от того, как вы быстро поставите лайки. С вас лайки, с меня донат вам. Подписывайтесь на Инстаграм, на канал, и вам тоже повезет. И когда-то вы попадете в ролик, я вам тоже буду донатить. Короче, ждите вторую часть. Я пошел сразу готовиться, записывать, чтобы вдруг вы сразу за пару секунд поставите лайки. Это пушка. Пока. Я не прощаюсь. Ребят, не прощаюсь. Я вас всех люблю. Увидимся в следующем ролике. Поэтому до скорых встреч. Так, ну и концовочка. Где моя концовочка? Вот она. Чпонькс!